Мы понимаем, развитие будущего этого региона напрямую связано с отстаиванием интересов экологических вопросов в данном субрегионе. Мы понимаем, что машиностроение, к сожалению, на те уровни, которые были ранее, Мелитополе не вернуть. И сегодня базовой отраслью для развития этого региона может стать индустрия отдыха и туризма. И, соответственно, на базе уже этой идеи формируются конкретные наработки и предложения. Сегодня мы были свидетелями подписания большого количества документов, которые свидетельствуют как минимум о том, что те стороны, участники-подписанты, которые присутствовали сегодня за этим столом, готовы активно включиться в работу своими ресурсами. Это и бюджеты громад, это их людские ресурсы и, соответственно, идеи, планы, которые они лучше всего знают, должны быть отображены в этой работе.